Остановочный павильон на тротуаре, прохожие в панике, рядом кареты скорой помощи. Такую картину могли наблюдать ивановцы в среду на площади меланжистов. ДТП случилось около 4 часов вечера. Автобус «Богдан» 14 маршрута следовал от первой лагерной в направлении улицы Каравайковой. Подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, водитель не смог остановить транспортное средство. По его словам, отказали тормоза. В результате автобус врезался в остановочный павильон, рядом с которым в этот момент находились люди, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ. По счастливой случайности ни водителя, ни пассажиров в это время в машине не было. По предварительным данным пострадало 3 человека, 2 мужчин 32 и 51 года рождения и 1 женщина 72 года рождения, которые в момент ДТП находились на остановке общественного транспорта. После ДТП они были госпитализированы. По предварительным данным, в салоне автобуса находилось 5 человек. Никто из присутствующих не пострадал.